друзья, всем привет. В общем, сегодня задача у нас плановая. Меняем задний мост, приехал нам новый мост. В общем, подгоняем экскаватор, поднимаем машину, снимаем мост, одеваем новый и будем пробовать. Так что наливайте кружечку чая, берите вкусный пирожок. Ну, а мы пошли за экскаватором. Ну что, друзья, для вас мгновение пройдет, ну а для меня, наверное, час я буду или полтора переставлять. В общем, снимаем, этот ставим. Не прощаюсь. A few moments later. Ну что, друзья, вот и все готово. Старый мост сняли, разобрали. Здесь у нас шестерень провернула. Поставили новый. Остались колпаки одеть. В общем, запускаем экскаватор, опускаем. Запускаем машину, пробуем. Ну что, поехали. Включаем массу. Ну что, друзья, попробуем заднюю тележку, как работает.
Вот такой у нас выворот. Вот так у нас отрабатывает все. Вот, препятствие никак. Включаем передний мост. Все, поехал. Ну что, друзья, на этом все. Так что пишите комментарии, что как получилось у нас. И, друзья, не люблю я это слово, конечно. Но если кто желает, чтобы получился он у нас полноценный, мосты у нас стоят, как многие просили, давай мосты поставим. В общем, мосты у нас стоят. Хочу поставить нормальную резину на него. Бюджета не хватает. В данный момент и с работы не очень хорошо. Ну и правда, я не люблю, конечно, просить, но в этот раз безвыходное положение. Если кто желает, чтобы у нас стояла полноценная резина, мягкая на нем, чтобы его довести нам до ума, карточку прикреплю, номер карты прикреплю в комментариях ниже. Будем заказывать у Вячеслава на резину. В общем, посмотрю. Если наберем бюджет, значит, купим полноценную резину, на него поставим. И будет он у нас тогда вообще огонь. А так, всем спасибо заранее, кто примет участие в помощи. И всем до новых встреч. Всем пока. Итак, друзья, чтобы приобрести нам вот такую резину, как у нас на зеле стоит, я не прошу по многу, кто сколько сможет. Всем от души спасибо, кто примет участие в нашем проекте. Ну и всем до новых встреч, до новых видео. Перед всеми отчитаюсь.